бывший руководитель крупных компаний Росатому, Ростеха, Роснефти. Солдаты роты почетного караула одеты в красно-синие кафтаны. Перед началом переговоров Путин оставляет запись в книге гостей. Президент России поздравляет монгольский народ с 85-летием победы на Халкинголе и пишет, что с радостью приезжает к давним и добрым друзьям. Первому в мире монументу маршалу Жукову. Он был открыт в 1979 году к 40-летию событий на реке Халкингол. За 10 лет до этого советский полководец стал героем Монгольской Народной Республики. Путин приглашает президента Монголии на празднование 80-летия победы в Великой Отечественной войне. В параде 9 мая может принять участие и монгольский расчет. У монгольского народа есть хорошая пословица. Халат лучше новый, а друг лучше старый. Убежден, опираясь на проверенную временем крепкую дружбу, мы обязательно будем ставить решать самые амбициозные задачи. Позвольте предложить тост за нашу общую победу, за дальнейшее развитие российско-монгольского всеобъемлющего стратегического партнерства, за здоровье господина президента Монголии, господина Курулсуха и всех присутствующих, за благополучие и процветание наших народов. Очень рады, что президент Российской Федерации вновь посетил нашу страну. 85-летие со дня совместной победы в битве при Халкинголе.